здравствуйте. Для вас работает дуэт комментаторов Василий Уткин и Василий Соловьев. Как всегда, матч обещает быть чрезвычайно интересным, не правда ли, коллега? Я уверен в этом, потому что команды настроены исключительно на победу. Товарищеские матчи по-другому еще называются контрольными. Вот это слово, мне кажется, более точным. Потому что футболистов, когда они играют друг против друга, заподозрить в товариществе очень сложно. А вот что каждый из команд сегодня проверит в себе, вот это вопрос. А самое главное, то, что товарищеские матчи никогда не устраиваются между неинтересными соперниками. Швайнштайгер. Лозе. Это Баллок. Траховский. Лам. Пора, мне кажется, расставаться с мячом. Бог. И Мирослав Клозе взламывает ворота соперника. Не знаю, как болельщики отреагируют на эти голы после матча, но уже сейчас вижу, что им хочется рвать и метать. Не за этим они так далеко ехали. Гол был забит сразу после ввода мяча в игру.